Всем привет. Да, от Кузи тоже. Какие у вас планы, да, Кузь, на выходные? Мы вот, например, уже чесаться, вычесываться начинаем. Да, Кузь? Да? Можно, в принципе, наверное, шашлыков замариновать. Да, Кузь? Мы вот тут вычесываемся, сидим. Да. Потому что, ну, нельзя быть. Да, Кусь, таким уже страшненьким. Да, Зая? Да. Кусь, ты сейчас упадешь. Кузя, по-моему, кто-то упадет сейчас. Эту лошадку очень тяжело причесывать, потому что очень большая лошадка. Да, Кусь? Ты большая лошадка. Ну вот, еще лапу дает все время, постоянно, без конца. Да. У нас все нормальненько. Без нас не переживайте. Опять лапа, пожалуйста. Вот. Просто мы решили сначала себя в порядок привести, а потом уже в кино начинать сниматься. Да, Кузя? Да. Зайчик, по-моему, ты сейчас свалишь все-таки. Кто там ходит? Да никого там нету. Абсолютно никого. У нас весь снег растаял. Да, Кусь? Да. Боже мой. Уморила мама. Да. Так что у нас все хорошо. Мы никуда не пропали. Мы здесь. Надеюсь, вы что-нибудь по моим рецептам приготовили. Какие-нибудь вам рецепты понравились. Да, надо мне что-нибудь еще будет поснимать. Вот. Так что всем хороших выходных, всем мира, добра и любви от нас, Кузи. Всем пока!